Хе-хе-хе, всем привет, рад приветствовать вас, друзья, на канале, с вами доктор, это Жизнь Фермера, продолжаем мы с вами на ферме, это у нас очередной декабрь и новогодний квест, конечно же, мы его попробуем еще раз, вы много там в комментариях писали, что надо было пойти без лестницы повешать гирлянду возле Веры, потом под елкой забрать награду в церкви, и отдать ее священнику. Ну, собственно, сейчас и попробуем, что мне стоит. Декабрь настал, все равно, что еще делать? Не рыбачить же идти. Ну, собственно, а рыбачить мы пойдем следом. То есть пойду на речку рыбачить, буду ловить осетра. И будем зарабатывать тем самым денег в декабре. Ну и вообще не только в декабре, и декабрь, январь, и февраль. Собственно, приглашаю вас присоединиться. Для поддержки сразу поставьте лайк. Есть что сказать, конечно же, пишите. Ну а сейчас устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. Далековато колхоз, конечно. Нормально. Вьюга. Так, Стас, как у тебя с настроением? Нормально, бутылка водки, папироса. Так, закурим, у меня нечего курить, а вот бутылка водки. А, у меня и бутылки водки нету. Так, вот у тебя... У тебя получается что? Закурим нет, а вот малиновая наливка у меня есть. У меня две малиновые наливки есть. Папирос нет, шоколада нету. Малиновые наливки варятся, все, не матерись. Так, ладушки. Ну, едем в храм тогда. Так, по пути давайте заедем на ферму. И надо поставить вариться малиновую наливку. Там что у меня еще? А у меня там брага, по-моему, варится, насколько я помню. А, я не устану это делать никогда. Так, ладно. Что у меня тут? Да, у меня тут готовится медовуха. Ну ладно, будем подождать тогда. Пусть сготовится медовуха, потом малиновую наливку. Наверное, малиновую брагу надо будет сварить. Она у меня есть вообще? Брага из малины. Да, брага из малины есть. А Тому водка нужна была. Это у нас брага из овса. Водка у меня и так есть. Водку можно было взять. Так. Ну, давайте мы какую-нибудь брагу изготовим. Так, у меня для браги, насколько я помню... В принципе... А, сахарку? Серьезно? Ну, это вы, конечно, зря. Сахар. Давай... Че, Шарик, ты поздороваться пришел, что ли? Здорово, брат. Давайте мы свеклу закинем в изготовление. И пусть она у меня изготавливает сахар. Хрясь. Так, теперь давай вот так вот все открываем. Что там у нас? Свекольный сахар. Где ты у нас? Вот он. Нужно развести огонь. Ну да, это я и без тебя знаю. Как говорится, без сопливых гололед. Так, свекольный сахар. Чмоньк. Что там, 2 часа будешь готовить? Свекольный сахар. Подожди, назад. Тихо, еще раз. Открой все дышлы. Свекольный сахар. Свекольный сахар. Свекольный сахар. Все. Так, сколько тебе надо? Час 20, час 52. Пойдет. Не буду больше ставить, а то опять все нафиг сгорит. Так, святой отец. И я к тебе тут, видишь, несусь, сломя голову. А, мне надо, во-первых, найти... Нужную. Прям совсем нужную. Подожди, сохрани. Могилу. Давай прогуляемся тут. Ага, вот она. Ящик тут есть. Его-то мне и надо, видимо. Но нет, это не то. Это просто ящик, который я раньше не находил. Так. Подожди, а вот это вот... Что это? Грязь перемешивали давно... А, недавно. Где моя лопата?
А, вот, мне лопата нужна. Так, и надо, короче, это сделать ночью, чтобы вот этот меня не видел. Я понял. Ладно, давайте тогда займемся квестом, а потом я сюда с лопатой. Вот, короче, вот здесь надо запомнить. Вот возле вот этой могилки у нас как раз те самые документы на мэра. Я надеюсь, с мэром я сильно не попорчу отношения. Ладно. Итак, избавь меня от лукавого. А то вдруг опять там... Так, что я могу помочь? Священный, я хочу, чтобы в этом году Рождество для наших жителей было связано с чем-то приятным. Не только с тяжелой работой, хлопотами, морозами. Вместе со старостой мы поставили пушистую елку. Я боюсь электричества больше, чем высоты, поэтому если... Бля-бля-бля-бля-бля. Так, короче, понятно. Ж. Читаем. Так, это закрой, это мы потом. Найти коробочку с украшениями. Коробочка с украшениями у нас где-то тут неподалече должна быть, я помню. Вон она. Нет, это ящик, это не коробочка с украшениями. Так, она где-то, видимо, внутри церкви. Угу. Хорошо, пусть будет так. Идем внутрь церкви. Так. Ну, возможно, пошли туда. Наверх. Подожди. Где она? На крыше, что ли? Серьезно? А как мне туда залезть? Как-то мне вот туда надо забраться, ребят. Вот туда. Да, вон она. И как это сделать? Я стесняюсь спросить. Это несколько интересно. Хе-хе. Лестница, ёпрысоте. Все. Шлите за лестницей. А, велик-то у меня там остался. Ладно. А я могу вместе с лестницей телепортироваться туда? Ну-ка, подожди, давай, бери. Так, возьми лестницу. Понятно. Не могу. Так, ладно, давай тогда так. Так, ну я думаю, теперь лестницу мы должны туда переместить вместе с тачкой. Подожди. Да. Все, и давай лестницу сюда. Блин. Высоко? Ладно. Давай мы куда-нибудь. Слушайте, прям квест. Хе-хе. Неожиданно, скажем так. Ну, что поделаешь. Давай, ставь сюда. Ну, в смысле, нельзя спуститься? Тип, твою мать. Вот. Пошли. Казимир, тут можно спуститься и нужно. Коробочка вот она лежит. Отлично. Так, коробку с украшениями я забрал. Что у нас по времени? Ух ты, время-то у меня сейчас таким образом... Время закончится.
потом лестницу заберем. Так, где? Вот она. Украсил. Отлично. И теперь мне надо сюда. А, тут надо Б. Вот так. И поехали. Тихо, еще раз. Установил, установил. И где-то еще одна была. Во! Так, Дже, теперь смотрим. Загляни под елку. Все, идем под елку в церкви смотреть. Так, и ошибка не вылезла, ребят. Вот это уже показатель, это уже классно. Идем под елку смотреть. Обязательно под елку, под елку. Давай, давай, под елку, под елку. Во! Опачки! Хо-хо-хо-хо-хо! Ну, нормально так, правда, загрузился хорошечно, ну что поделаешь. Так. Ну и за награды, наверное, где ты там? Привет, дружище. Вознаграждение будет? Так. И? И все. Ну, ладно. Я выполнил квест, и на этом уже хорошо. Так, нам надо идти погреться и увести барахло, которого у меня полно. У меня здесь стоит где-то тачка. Вот она. Вот ее надо загрузить с ручником. Опа. Так, давай назад. Отлично. Так, прицеп. Все. И лестницу. Я ж не буду оставлять здесь лестницу. Она довольно дорогая. Так, ну выполнили квест новогодний. Шикарно. Правда, что-то весь месяц у меня на это улетел. Да-да-да, сейчас, Казимир, погоди. Поставь лестницу, точнее положи. Неправильно ты ее поклал. Давай еще раз. Давай вот так поставь. Чуть подальше. Ну, как-то я же ее сюда привез. Че начинается-то? Так, давай так. Оп. Что это такое? Что за беспредел? Так, давай мы вот это перенесем сюда. И сюда еще давай вот конфетки положим. Блин, 5 килограмм еще надо. На, вот весь мусор сюда переложи. Вот, все, нормально. Давай еще раз. Я не успел. Так, давай, клади. Ставь, точнее. Так, поклал. Давай, 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 давай. Эх, не успел я. Блин, ну чё мне лестницу вручную, что ли, тащить? Это несерьезно. Клади давай. Это что такое? Ну и, блин, чё? Вот мне не нравится это. Ага. Ладно. Понял. Поехали. Оу! Это какой трэш какой-то с лестницей происходит, ребята. А, ладно, все, поехали, Казимир. Много барахла насобирали, много, ребята. Так, ну что, ребят, спасибо вам большое за подсказку. Все отлично. Выполнили квест. Давайте сварим один. Что у меня тут получается? Чуть-чуть не хватило, чтобы доварить. Это вообще не проблема. Отлично.
Так, свекольному сахару вода нужна. У меня вот тут в моей лежачей... Так, отлично. Сюда. Сюда. Сняли, сняли. Готовить свекольный сахар. Поехали дальше. У меня его сейчас полно. Вода опять. Это вообще не вопрос. Сейчас, Казимир, спокойно. Так, пошла жара, сколько там надо нам для свекольного сахара. Ну, пойдет. Так, окей. Что у меня здесь? Нужно согреться. Давай согреемся. Выпей кофеек. Отлично. Так, ведерко. Давай вот тут поставим. Отлично. Хорошо. Так, две немецкие гранаты. Я нашел, кстати, можно выполнять квест, ребята. Ну, как нашел? Они давно уже там лежали, просто я их почему-то не собирал. Проходил, весь правильный был. Ну, вот теперь неправильный. Так, еще у меня солярка, семена, подожди, вот это вот еще тоже выгрузить надо, это тоже отсюда. Так, 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 шоколад сюда же. Шоколад давайте мы куда-нибудь для поднятия настроения с кем-то. Да, блин, забыл я, давай сейчас яйцо тебе, на. На, отлично, все. Так, ну и все, я же хотел что? Я хотел построить загон. Так сказать, свинарник. Где-то его надо будет поставить, я не знаю, наверное, в этой стороне. Рядом вот со всем этим делом. Поэтому давай, так. Тут вот как раз все рядом и будет, да. Я думаю, вот здесь забор вообще в тему будет. Значит, что нам надо для забора? 4 доски. Вообще, в целом, доска мне нужна для забора. И мне нужно поставить где-нибудь дополнительно ящик. Так, давай, ящик. Где-то мы ящик уже ставили. Сундук. И небольшой сундук для хранения. И просто сундук для хранения. 4.13, а небольшой 4.5. Сарай для хранения. Ящик для инструментов. Так, давайте мы сундук для хранения поставим пока. А там потом будем разбираться. Где он у нас? Так, где у нас открывашка, где закрывашка? А вот, спереди, по-моему, вот так. Так. Теперь молоток берем в руки. И мне не хватает... А, ну мне все должно хватить, по идее. Хорошо. Открой. Так, что мы сюда? Мы сюда давайте положим следующие... Вот эти все инструменты мы туда перекладем. Так, у меня еще один молоток даже есть. Прикольно. Так, ну и вот это можно туда перекласть. Пошли. Так, лошадку, кстати, подковать можно. Это тема. Так. Шляпа эльфа. Угу. Окей. Ну и теперь что? Теперь надо ставить сюда забор. Для забора у меня, в принципе, все уже имеется. Забор. Да, вот. Ставим сюда забор. Угу. Строй. Строй. О, отлично. Так. Так, калитка. Б. Калитка. Так, калитка сюда, хрясь.
А сюда что? А сюда, наверное, маленький забор нужен, да? Вот тут вот короткий забор есть. Во! Прям совсем короткий. Так. Что-то пошло не по плану. Подожди. Б. Опа. И еще раз. Просто забор. Так, подождите. Ну, мне не нравится такой момент, поэтому мы сейчас это все дело вот так сделаем, да? И давай забор. Мы его вот так вот повернем. Да? Повернем, повернем. И еще раз повернем. А давайте два маленьких забора. Я думаю, они вот здесь, короткие заборы, как раз в тему войдут. Да? Вот так. Во! Вот, ребят. Вот такой загончик получился импровизированный. Отсюда вход дополнительный у нас будет. Да, пойдемте. Казимиру прям срочно надо чего-нибудь испить. На, вот тебе кофейку. И пошлите. Так, что у нас? 22:36. Ну, все равно надо будет, наверное, часов в 11-12 лечь отдыхать. Это будет правильно. Так, что у нас? Маленечко есть дров. Мы их сейчас все истратим на забор. Все, не ругайся, Казимир, все нормально. У нас все чуть-чуть, но есть. В общем, далее что? Свиньи у меня будут все здесь проживать. Да, дров больше нету. Свиньи будут все здесь проживать. Вот рядом с мусоркой. Сюда же я кормушку поставлю. И сюда же я поставлю сено. Вот эту штуку. Вот. Давай это мы забираем. Здесь это мы забираем. Так, вот эту кормушку давай. Так, подними. Отлично. Это тоже подними. Отлично. Так, теперь идем сюда. Здесь я поставлю вот эту кормушку. Она будет стоять у нас вот тут. Вот так. Отлично. Так, в нее я покладу вот это все. Хорошо. Так, сюда же мы поставим вот эту кормушку. Это для свинтусов. Хряков. Поросяков. Так, сюда давай мы положим корма. Отлично. Так, теперь давайте мы найдем всех хряков и притащим их туда. Шарик, ты первый будешь? Пойдем. Так, а где у тебя твои родственники? Хряки. Свиньи, вы где все? Шарик, где туши все твои родственные? Так, идем сюда. Так, Шарик, ты здесь? А где свиноматка? Вот она. Куда-куда пошел? Не надо туда ходить. Не надо, Шарик, не надо. Все, здесь спим. Так, веревочка. Все. Харе. Валяться? Пошли. Айда, айда сюда. Все. Отлично. Так, все свинтусы там. Кроме одного. Где-то у меня еще один хряк был, ребят. Вот найти бы его еще сейчас. Я его не вижу. А куда он затарился, мне интересно знать. Вон он. Етить-колотить. А ты че убежал туда?
Вот, собственно, поэтому их и надо все в загон загнать, и пусть они там в загоне тусятся. Так. Все, свинья, иди тоже. Жри и спи. Все, отлично. Так, некоторые продукты сгниют. Соответственно, мне их необходимо сюда скласть. Эти некоторые продукты. Или что-то с них сотворить. А, значит, что у нас здесь? У нас здесь сахар, который, в принципе-то, сготовился. А, что я еще могу с них сделать? А, овса, малина. Нужно разжечь огонь, давай. Так, и давайте мы будем класть. Так, значит, малина. Делай. Потом, значит, здесь у нас свекольный сахар. Вода нужна, да, конечно, вообще не вопрос. Где-то ведро у меня тут есть. Казимир, ну ты чё? Я возле печки, ёпарасоте. На, попей. Отлично. Так, далее. Чего-то, зачем ты? Блин, зачем ты пьёшь-то с неё? Сюда надо. Вот. Далее, значит, готовим. Свекольный сахар готовим. Так, ещё раз. Готовим. Заварной кофе. Вареная ветчина. Готовим. Вареная ветчина. Еще она не должна быть по-любому, да. Так, все. Варится. А, подожди, по времени сколько надо-то? Вареная ветчина сейчас уже сготовится. И свекла. Все. Все положил, в принципе, все спрятал, ничего пропасть не должно. Так, тут у нас тоже ничего скоропортящегося быть не должно. Да, кстати, я нашел, кому продавать вот эти вот черепа, потом шприцы. Это Фёкла, отлично, замечательно, у меня все это дело скупает, ребят, так что нормально. Согревающий чай, вари, конечно, вообще не вопрос. Так, это пусть варится. А пока варится, блин. Ну я сейчас лягу спать, оно все у меня тут разварится. А, заметался, заметался. Так, а сколько надо-то? Час. Час, давайте час поспим. И я сниму это все дело. Так, все, вылазим. И потом поспим еще. Так, это забирай, это забирай. Так, закрывай комфортки. Все, чтобы безопасно все было. Обязательно. Так, спи. Так, хорошо. А что, почему не сварилось? Ладно, еще давай поспим. Так, ну энергия у меня уже полностью... восстановлено. Это хорошо. Давай. Собрали брагу. Закрыли комфорки. Брагу всю сюда. Сахар весь сюда. Так, что, надо до утра поспать, наверное, я думаю. А, что у нас по заданиям? Продать одну взрослую свинью. А, кстати, по откармливанию, как они у меня... Сейчас посмотрим этого свина, если что, какого-нибудь возьмем. Так, шарик это не пойдет. Свиноматка нет. Это веревочка. Откармливание 8%. А что так слабо-то? Жрите побольше, едить колотить. Ладно, все, я думаю, теперь они будут жрать нормально. Так, корова. Ты что? Не голодная? Отлично. Ну, отлично, все. Пошлите спать и поперли дальше. Та, а, у меня же еще есть дрова. Где-то у меня еще стояло. Вот они, дрова. И давайте, наверное, я так и сделаю. Я эти дрова соберу и пойду забор доделаю. Насколько хватит. Вот, так будет гораздо лучше. Отлично. Теперь строим.
Так, молоток у нас сломается скоро. Но у меня есть еще один. У меня же два молотка было. А этот можно будет починить у Кузьмича. Так, молоток еще один имеется. Верно. Идем. Так, ну, как-то так. Частично что-то мы тут сотворили. Ай, какашки наступил, как обычно. Ух, кипиш ты какой, ребята, кипиш, кипиш. Время что, 6:33? Давайте еще часик поспим. Хорошо. Все посветлело. А, выключи. Отлично. А то вдруг счет придет. Бочка так и будет на пол воды лежать. Из нее не проливается ничего. Так, здорово. Давай поговорим. На тебе бутылку водки, Стас. На тебе еще одну бутылку водки. Папиросы у меня нету. Ты носящий тип, почему ты... Ладно, потом с тобой разберемся. Да, что там у нас с контрактами? Так, контракт. Награда 719. 104 картошки, 7 черник и 8 морковок. До октября. Угу. Здесь он... А что у нас? 59-й год идет? Да, точно. Двадцать три курицы. 25 черник. Ну, надо для начала прокачаться, ребята, чтобы вот это все дело нам мутить в таком количестве. 35 меда и 2 козла. Или заранее подготовить, наверное. Решайся до конца мая. Марта. Все понятно. Короче, давай поговорим. У меня есть малиновая наливка. Подожди, как нету? Ну, блин. Это прям печально, конечно. Так, плитка шоколада, на. Две тебе специально тащил. Малиновые наливки я приготовил. Ты не поверишь, я приготовил, Антон. Ну, блин. Судьба злодейка. Хорошо. А, так, ну, тут у нас яичко готово. Надо его съесть. А, собственно, я вижу, что голод уже подходит. И я сейчас спать захочу. Вот незадача-то. Да, давайте мы, наверное, не будем дожидаться, а сразу поспим. Вот 4 часика, мне кажется, вполне хватит. А с 2 часов пойдем на рыбалку, ребят. А что еще делать? Да, идем на рыбалку. Так, тут ничего нету. Там у нас, наверное, медовуха вся сварилась полностью, да? Или нет, еще варится? Последний у нас варится с медовухи. Нормально, пойдет. Идемте на рыбалочку. Удочка у меня здесь. Давай удочку сюда. По пути там зайдем Кузьмичу, он нам отремонтирует все. Нормально. Так, подожди. Рынок Залесье, подъезжай. Так, Гена, драться будем? Но? Только тару на тебя трачу, Гена. Так, что там у нас? Давай это все продадим. Да-да-да, давай поторгуем. Так. Оно и то целое. Виллы маленькие тоже туда же. Ну, яблочко, если что, слопаем или в брагу перепустим. Так, ну все, поехали. А, ну и что ты, Кузьмич? Молоток мне отремонтируй. Молоток, пожалуйста, спасибо. Все. Все, погнали. Оп-оп-оп, мне сюда.
Так, ну я думаю, правильным будет, ребят, сделать следующим. Вот здесь вот на карте, давайте я поставлю установить пользовательскую метку. Да, вот тут она пусть и стоит. Так, и теперь давай удочку берем. Поехали рыбачить. Как это нет воды? Казимир, завязывай, а. Здесь полно воды, Казимир. Я не хочу заходить в воду. Вот. Поехали. Погнали. Воу-воу-воу-воу. Ох, как это прям все жестко-то. Капец. А-а-а! Тихо-тихо-тихо-тихо. Меня... Оба-на! Есть! Осетр, отлично! 10 килограмм. Погнали еще одного. Так, вот такими движениями напряжение сбавляется, кстати. Да, в прошлый раз я когда рыбачил, у меня почему-то не получалось скинуть напряжение. Сейчас уже нормально. Оба-на! Чё там? Колечко! Ну, колечко, ребят, насколько я помню, оно довольно дорого стоит. Поэтому я его не буду сейчас оставлять, мы его продадим. По-моему, Вера его покупает. 7 тысяч, что ли, оно стоит. Поэтому, да, это классно. Дай-дай-дай-дай-дай. Ой, я уже, ребята, как заправский рыбак. Епарасете. Дай-дай-дай-дай. Смотрите, как тянет. Там килограмм на 20 кто-то. Стопудово. Ни много, ни меньше. Да нет, короче, они все одинаковые, эти осетры. А давайте там что, штучек 5 поймаем и пойдем продадим. Посмотрим, что у нас с этого получится. Так, третий. О! Серьезно? Еле вытащил. Рыбина. 12 килограмм. Какой-то он маленький. Говорят, что однажды отца в воду какой-то сом затащил. Видали, я сама поймал? Ха-ха! Так, согревающий чай надо было, наверное, с собой взять, ребят. Опа! И еще один. Так, ну 4 белуги и один сом. И еще и одно обручальное кольцо. Я думаю, этого вполне мне хватит. А согревающий чай надо было все-таки взять с собой, ребят. Сейчас бы маленечко раз и все. Так, что у нас здесь? Казимиру не хочет слишком спешить или таскать тяжести. С этим печальным состоянием можно бороться с помощью веселящих напитков. Или покататься... На шарике, это мы уже помним. Так. Быстрое передвижение у меня сейчас недоступно, я перегружен. Казимир, завязывай. Петруха, тут смотри, такое дело, я тебе такое притащил. Ты не поверишь. Так, рыбина. Ну, как-то слабовато, Петя. Прям, ну, прям слабо. Слабенько, слабенько. Не, это неинтересно. Я думал, будет повеселее.
А так это тратить время слишком много. А разве что вот кольца повыуживать, это да. Вера, колечко купишь? Да, за 7000 денег. Да. Вот это уже другое дело. Вот это бизнес так бизнес, ребята. Хрясь и все. Так. На шарике надо было покататься. Так, еще одна готова. Пошлите домой. Потому что у меня что-то... И антипатия, и я еще и могу заболеть, если сейчас ничего не сделаю. Пойдемте сейчас к шарику сходим. Прокатимся на нем. Вот это по-любому должно было настроение поднять. Мне поднимает. Казимиру почему нет? Непонятно. Так, согревающий чай. Где ты? Это заваренный кофе, а вот он согревающий чай. Ну, обаньки. Отлично, сразу. И пошли, где там у нас... Наш друг Шарик. Так, теперь смотри, я что делаю, Шарик. Опа. Воу, юху. Хе-хе. Йо-хо-ху. Опять без тени, да и пофиг. Главное настроение, что поднялось. Пошли, Шарик, пошли, пошли. Не ори, давай. Чё, Казимир, ну? Хе-хе-хе! Уху! В чём дело, Казимир? В чём дело, я тебя спрашиваю? Ну, на, медовуху и поехали. Давай-давай-давай-давай! Воу, 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 воу. Это я куда полетел? И все равно Казимиру от этого лучше не становится. Почему-то. Странно. В прошлый раз становилось лучше. Я поскакал на шарики. Попрыгал. Не, ну, я, конечно, все понимаю. Но почему? Да я на шарике идти колотить. Можно было поднять настроение, но оно не поднимается. Не знаю, ребят. В этот раз ни алкоголь, ни шарик не помогает что-то мне. Ладно, спать надо. Ладно, нужно ложиться отдыхать. Айда, где ты там? Свинья. Смотри, какой ты чистый. Сейчас тебя свиньи-то там все сразу заприметят. Ну, это, отодвинься. Так. А чё у меня тут вообще? Свиноматки-то обе поди того. Так, это выздоравливает после родов. А вторая беременная. О, у меня сейчас тут свиньи поэтываются. Так, этот у меня еще... Не голодный, по идее у них вроде все есть. Ну, как-то вот так потихо-то. Смотрите, у меня уже с хряков-то сколько. И тить колотить, вы видали? Ага. Прям. Уже стадо практически. Правда, чистые все такие. А! Отключился. Пойдемте мы, наверное, сходим на могилки. Это вот как раз, наверное, вот где-нибудь вот так. Как раз и поспим маленечко. Ага. Так, все. Идем на могилки, ребята, заниматься страшными делами. Где у меня лопата где-то тут висела? Она не висела, потому что я ее не пользовался и не вешал ее никуда. Берем ее в руки. Ну, не совсем в руки. За месяц несколько продуктов сгниют. Подожди. Че у тебя там сгниет? Так. Яйцо сгниет. Че еще?
Да, вот эти 4 яйца сгниют. Больше, в принципе, ничего не сгниет. Да угомонись ты, ёпыры сатета. Я не знаю, мы поскакали уже, попрыгали. Чё тебе не нравится? Без понятия я, Казимир. Так. Яйца. Давайте сварим яйца. Блин, я сейчас уйду. Давай вот так вот. Где ты? Яйца вкрутую. Вот как раз там 4 яйца. Во, этого должно хватить более чем. Где яйцо вкрутую? Вари. А куда поставил-то, ёпросте? Комфортку одну открыл, а поставил в другую. Красавчик. Ну и ладно. Так. Святой отец спит, я надеюсь. Не караулит, нету его тут возле. Да, его здесь нет. И именно это мне и надо было. И здесь вот она могилка, которую надо вскопать. Добыть какие-нибудь документы. Документы для Софии. Отлично. Идем. А, ну Софии мы отдадим их теперь уже утром. Это по-любому. Так что до утра отдыхать. Сделали грязное дело и отдыхаем. Да, ох ты, на велике цвет есть, ёк-макарёк. Мне что-то тоскливо и тяжело. Да завязывай ты, тоскливо тебе и тяжело. Ну сколько можно-то? Чё ты сюда пятак выставила свой? Как это ты голодная? Ты мне это тут брось, голодная. Вы что, все слопали, что ли? Капец! Вот вы жрать, свиньи. И эти все склевали, ё-моё. А таз полный. Так, ну чё, ладно, давай вот это сюда. Пошли кормить всех. Куда деваться-то? А, нет, давай-ка мы сперва курям дадим. А то вам-то тут много надо, а курям поменьше. Вот, все. Ты куда? Идти колотить. Кто тебя отпускал-то? Слышь, иди сюда. Сюда иди. Сюда, заходи. Давай, давай, давай. Видишь, иди ты, мать, шустрая, как электровеник. Идите, жрите. О-о-о, полетели, полетели сразу. Так, Филипп, давай. Корма надо. Все слопали, представляешь? Окаянные. Ты даже, даже Гена не дерется. У меня так тоскливо, а Гена не дерется. Так, Вера, у меня что-то есть для тебя. Бабац. Так. Угу. И что ты мне за это дашь, Вера? Софи знает, что Стивен влюблен в Хелену уже много лет, но у него никогда нет времени сделать шаг. Так что я должен сделать это для него и убедить Хелен позволить нашему строителю пригласить ее на свидание. Я так-то сам с Хелен, если что, там мучу. Правда, не совсем по-серьезному, но пофиг. Странно, как какая-то тут Санта-Барбара у вас, товарищи. Ну, да ладно. Это, собственно, уже не так страшно. Где мой велик? Я на велике вообще приехал-то сюда? Или я пешком приперся? Я опять, ребята, пешком приперся, короче. Ну-ка, давай самогонки деревни. Ха! Самогонка заработала! Юху! Мне полегчало сразу. Нифига, я аж 88 килограмм могу таскать. На этой положительной ноте. Или нет, подожди. Это же у нас февраль. Это у нас февраль. Задания у нас какие? Задания у нас... Людвига, с Людвигом надо будет что-нибудь сделать. С Софией надо будет Хелен на свидание уговорить.
Ну а пошлите мы Хелену, говорим на свидание. Я думаю, мы это сделаем легко, учитывая, что у меня отличные с ней отношения. Я почему-то опять пошел пешком, ребят. Нет, чтобы мне пойти до Хелен. Хелен, тебе не холодно? На улице мороз, подруга. Ладно, давай так. Ты пойдешь на свидание со Стивеном? Довольно, пожалуйста. Не проблема, Казимир, считай, уже сделано. Все, отлично. Так, что у нас теперь? Это, о, София, мы закрыли квест Софии. Она же Вера, он же Жора, он же Гога. Только давайте мы все-таки на велик пересядем. Что-то много времени это тратит все. Я, конечно, понимаю, зимой у нас только на это все дела и будут идти. Больше-то, собственно, и заниматься-то нечем особо. Зимой, а что тут еще делать? Квест новогодний мы выполнили. Драться будем? Не, он Гена зимой не дерется, холодно ему. Вознаграждение будет? Ну, ребята, вообще, у меня теперь, короче, бабла 9800. Это что? Это антибиотики, два штуки у меня есть. И это классная штука, я так думаю. Если вдруг, не дай бог, я заболею. Еще две гранаты немецкие. То есть, собственно, да, по весне можно спокойно уже выполнять квесты. А сейчас пока крутим педали сюда, в колхоз. Опять, что ли, Казимир? Да ты завязывай, дружище. Так, Стас, поговорим. Папиросы нет, на бутылку водки, все. Мы с тобой в идеальных отношениях, да. А что у тебя можно взять? Так, ну, в принципе, смотрите, у меня 9759, по сути. 9759. И мне еще вручу. Блин, мне что, самому ехать теперь, что ли, обратно? Серьезно? Вообще. То есть я могу что купить? Я почти все могу купить у него, слушайте. Косилку могу, это 2800. Плуг 3500. 2800 и 3500, это у нас получается 6300. 2800 сеялка. 6300 и 2800. Ну вот это вот только три вот этих вот, чтобы у нас засеять, спахать, потом убирать как. Хе-хе-хе. Да, но лучше, наверное, еще подкопить деньжат. Или хотя, в принципе, что подкопить-то, сразу брать, да и все. Косилку пока не буду брать, это еще можно пока руками покосить. А вот плуг, наверное, я возьму. И сеялку я возьму. Да? Плуг, сеялка и копатель. Да, угомонись ты, Стас. Короче, берем плуг. Угу. Опа. Берем сеялку. Почему? Как не по карману? Не могу я его тянуть. В смысле не по карману? Подожди, Стас. Ты меня чё, блин, с ценами наколупал? Етить, колотить. Вот ты капец, Стас. Кидалово ты, понял ты кто? А почему ты мне тут 2800 показывал, а? Вот ты хрен, блин, моржовый. Ну ладно, хоть плуг тогда взяли. Ну в этот плуг коняшку можно впречь. Лошадь, вроде как. Ладно, пошлите за техникой, привезем технику. Ну блин, а. Так. Антон.
На, тебе, короче, малиновая наливка. Аж два раза. Плитки шоколад у меня нету. Я маленечко освободил карманы. Опа. Придется в рукопашную ехать домой. Ну это, конечно, капец. Что-то зимой, ребята, антипатия Казимира вообще капитально долбит. Так. Это я приехал. Нет, ну это, конечно, да, бессмысленно. Я на шарике уже два раза поездил, нифига не отпустило. Чё, опять что ли, блин, на грудь принимать? Ну это несерьезно. Я так опять алкоголиком стану. Съешь. Ну нормально, видишь, отпустило. Нормально так отпустило. Так, пошли мясо сделаем, мясо. Опа, отлично, мясо сделали. Мясо сюда переложили. Ну так дело не пойдет, конечно. Если я сейчас буду каждый раз, как у меня настроение падает, на грудь принимать. Так. Давай, 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 давай. И заднюю включай. Ой, 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 ой. Запрыги. Ну, в смысле, сам? Ты гонишь, что ли, Казимир? Блин, ну а зачем писать-то, что можно на кобыле это дело сделать? Это прям какой-то развод, честное слово. Ехать за трактором придется, ребят. Потому что на кобыле это плуг не работает. А писали, когда вот его покупаешь, что там можно кобылу тоже. Мне не нравится, ребят, что у Казимира постоянная антипатия на все. Так. Запряги. Отлично. Так, Стас, ты пока не ушел. Дай-ка мне соляры. Там, ну, я не знаю. Давай с десяток вот так вот. Да. То я не доеду. Так, и еще. Стас, вот такое дело. Почему ты меня кинул с ценниками? Прям ты меня бесишь, чувак. Зачем ты так делаешь, а? Ладно, чё, поехали. Домой. Ну, а на этом мы сегодня будем завершать. Понравился ролик, ставьте лайк. Есть что сказать, пишите в комментариях. Не забывайте подписываться, чтобы не пропустить следующее видео. Спасибо, что досмотрели до конца. Да прибудет... Да прибудет с вами Джойстик. Всем пока, до скорых встреч.